Всем привет. Всем привет. Узнает, я сразу не узнал, думаю, блин, кто это? Ты узнал, это Кошунечка. Кошунечка? Не узнал. Ой, блин. Я тупой, слушай. Перепутал. Ну, ты меня не помнишь, точно. Я там сидела, молчала, как рыба об лёд. На встречу я к тебе приходила. Я тупой, слушай, я в очках вообще. Кошунечка. Кошунечка. Дана. Ты с парнем, да? Да, это с моим этим. Не могли не прийти. С моим этим. Да. Мы так недалеко живем. Я понял. Я думала, вообще будет куча людей тебя ждать. Думаю. Приберемся, ну прости, чтобы да не ничего, ничего. Я подумал, ты представляешь, что это вот тупой, ну блин, это, ну, ничего страшного. Это капец, это только я так мог. Ты меня запомнить точно не мог. Ты приходи, ты была на встрече. Я была на встрече была. В Киеве, да. И молчала, как амеба. А я помню, помню. Я стеснялась очень сильно. Ну сейчас уже думаю, надо пойти, уже не стесняюсь. Хочу, да. Сердце колотилось во всем. Спасибо, ты что-то принесла? Принесла, у нас нищая, Настя, не подарок вам. Я тоже. Тащиться, там две открытки. Ты нарисовала, да? Нарисовала, да, хотела спасибо, сделать я... по-красивому, ну, как надгробие получилось. Ой, бахлывы. Ну, это в хорошем смысле. Все такие раскусили, они так. На шапку эту, это, с... да, от утки одеть, от курицы там голову. Прости, пожалуйста, смотри. Это собачка из приюта. Если ты сможешь у себя там на канале... Делаю. Но это когда уже... Тут есть куда обратиться, да? Да, мы свой канал открыли. Там наши влоги, но мы сняли отдельно про собачку. Как канал называется? Ростовка. Да. Вот так, ребята, называется. И там, кто хочет, может, кому-то надо. Может, кто-то в частный дом собаку. Мы привезем в любой город ее просто. В Украине, да? В Украине, да. Мы организуем. Ух ты, молодцы. Она стерилизованная. Собака. Это девочка? Девочка. Такая девочка красивая. Собака, это очень хорошая собачка. Хорошо, обязательно. Пожалуйста. Это я скажу, это... и канал, да, да, оставлю и ссылку, ты наверное. Передашь. Хорошо. Спасибо тебе, спасибо Дана, вам, что ты... подошли. Я очень рада тебе. Спасибо, так, я забираю. Да, спасибо вам, спасибо. Все. Спасибо большое. Можно мы еще с тобой сейчас сфотографируемся? Да. Можно, конечно, давай, давай. Всем. Будет постоянно предлагают билеты. Так будет, билеты нужны, я говорю, нет. Люди поприезжали и на колясках, и без колясок. Ну, все хотят, знаете, увидеть легенду, а я, дурак, не купил цветы. Даже не подарю собачку фотографию. Ну, Монсеррат Кабалье. Моня и я. Мы дуэтом сейчас споем. Я буду в зале петь, знаете, тихонько про себя, она голосом на сцене. Так что... Знаете, люди такие, это самое, как бы разукрашены, ну, как сказать, разодетые, так... Типа Бамонда, знаете, собралась. Бамонд и я. Дмитровка форель. Дмитровка стоял на проводе. Так, сейчас буду заходить. Люди собираются, подходят, такие все красивые. А тоже парень, он в джинсах, пожалуйста, что с билетом. Сейчас я билет свой достану. Ой. Это сканирует билетики. Добрый вечер. Спасибо. Ты люди, як люди, а я королева. Тут гардероб работает, так лампочки светятся, все красиво. Люди раздеваются. Переодеваются. Ой, женщина какая в красном платье, ой, надо ее догнать. Тут типа ресторан, а я в очках. Может, это, конечно, дурный тон, ребята, но тут на входе все проверяют, конечно. Все очень охранно. Сейчас надо... Возьму бокал шампанского, выпью за здоровье Монсеррат. Люди коньячок пьют, все хорошо. Надо взять... шампанское выпить. Так, кто крайний? Женщина пришла, вы тоже с палочкой, гляньте, поползла женщина. Ой, кошмар. Кошмар. Ой, цирк, там люди смеются, но не любятся. Я клоун Вася. Полонеса Вера. Здрасте. Клоунесса Вера. Зарядись. Ой, я выше общества за комедию, ребята, я говорю.
мене буде пускати в такі передачі дивити, я буду знімати. На зарядка кончиться і Монсеррат на Моньку не останеться нічого. Хочу шампанського. Мені цікаво, за деньги дають чи безплатно? Что-то люди берут бесплатно. Я думаю, что бесплатно. Они за деньги дают, да? Я думал, уже по билету. По билету дали шампанское. Стаканчик. Могли передать. Фридом и концертом Фридом. Там давали, да? Ну, бачите. Не шампанское, там вино, там стоило. Ага. Ну, могли придумать, правда, хоть там бокал того, всего уже. Якусь печать бы на билет поставили, что выдали. Что по три круга не ходили. А у вас не будет по 50? Шампанское. Шампанское. Да. О, на все. Ой, спасибо. Ага. Я сейчас встану до людей. Ой, а можно я до вас встану? То я кукла Чаки. Как вас? Мы за вас сегодня переживаем. Я Виталий. Виталий, а вас? Мы смотрим, Людмила. Людмила, очень приятно. Мы да. Мастер-шеф смотрим это. Я понял. Можно я вас в очках, как Фантомас? Не любит, а я люблю. Как Фантомас. Я бушевался. Я помню эпизод, когда Хименес не мог начать, потому что вы ржали. Да, да. Давайте, может, сниму очки, то не приличит. Ой, дай Бог вам здоровья. Вы любите Монсеррат или вы так? Я ж пятый оперным работаю в Днепропетровске. Я специально приехал на концерт. Да, так вот сейчас специально. За здоровье выпить шампанское. Мы за вас болели. Давайте выпьем. Спасибо большое. А я за вас пью, чтобы у вас все было хорошо. Да. И было еще лучше. В том соревновательном эпизоде, когда вы были вот уже в самом конце. Нет, там зло. Так дивилась. Не, я запуталась, я их не бачила. 150 сезонов. Злобин, Женя. Там он, помнишь, такой это, в натуре? Боже. В натуре такой чувак. Можно я скажу, как думаю? Конечно. Нажрался, снял очки, выпил шампанское. Иду на Монсеррат КБ. Женщина. О, надо прятаться, чтобы никто меня не бачил. Еще, знаете, куда не пьем, там звезда. Там ступ капюшов. Это я хочу сказать, что хорошая пара, вот это муж с женой, такие юморные. Мы на первый этаж, куда мне идти? Вот и белых была, и черных все. Надо идти. Ну, людей много. Все, уже запрашивают нас до зала. Сейчас надо билет покажу. Засмучена женщина стоит. А всю муж побыл, наверное. Все. Звезды на скала большие. Так, о! Шестый ряд. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Все. Здравствуйте. Ой. Он же оркестр на сцене сидит.
пытается. Вперед рысь начинает прямо. Божечки, катит, катит. Ой, боже. Это вообще ж слезы. Красавица. Умничка. Oh.
сказана сказка пастушонка. Красивый дирижер. Let's go. Давайте продолжим.
Карменсита. З ювелем на сцені Злата Огнєвіч. Буенос тардес. Я тебе не поняла. Позорилась.
контракт, ребята. Камалия пришла поздравить. У вас дуже чудовий голос. Ви дуже чудова співачка. А що ви для мене заспіваєте? I will sing Ukrainian folk song Місяць на небі. You have heard this song before yesterday on your birthday party. Wonderful voice, who had the future of this country, believe me.
Уже повернее, знаешь, что я тебе говорю, у тебя лучший голос Украины. І просто співайте. Вже й розділа її по дорозі. Амалія, ти відлічилась. Я хочу поблагодарити Насира, що вона слухала, що була судьба наша встреча позавчора. І вона пригласила мене. I would like to thank Masara that she hears me and she invited me to come and take lessons with her. That was a destiny. Для урочистого привітання з ювілеєм на сцені Олександр Пономарьов. І до звізди присосались. Сімоні. Thank you.
Я ж тебе прийму до свого сердечка.
quisiera agradecerles mucho. Señora Monserrat, que yo vos agradecería. Porque en este cumpleaños mío. Потому что в этот ее день рождения. Se me ha hecho una fiesta muy grande aquí en Kiev. Приготовили очень большой и красочный праздник в Киеве. No nada más en el concierto esta noche con ustedes. И более того, этой ночью на этом концерте. Sino porque me han demostrado siempre que he venido. Es la cuarta vez que vengo a este país. Вы всегда показывали, когда она приезжала в эту страну. Un calor inmenso hacia mí. Большой теплый прием. No como cantante, sino como persona. Не как певица, а как человеку. Y esto se agradece no con amor, con el corazón. Quisiera todas las sorpresas que me han dado, todos los homenajes y todas las flores y todo lo que me han dado. Цветы, сюрпризы и все то, что было приготовлено в ее честь. Desde el momento que aterricé en este aeropuerto. С момента приземления в аэропорту. He encontrado solo cariño, amor y una gran afabilidad. Она видела только тепло, любовь. И большая и большое человеческое я не знаю как это este un momento este es el cuarto viaje creo y espero sinceramente que no sea el último pero lo dudo porque este es el saludo de una vieja mujer. Это четвертый приезд в эту страну, и ну, она считает, может, она думает, что это не последний, но сомневаюсь об этом, потому momento, что. Момент, момент. Я acabo. Tengo 85 años. Мне исполнилось 85 лет. Я espera. Pero me han dicho que tengo grandes sorpresas. En este país, muchas las he recibido ya, pero me han dicho que la más grande la recibiré esta noche. Она было очень много сюрпризов в этой стране, но говорит, самый большой сюрприз будет еще впереди. Yo pensaba que eran ustedes, pero dicen que no, que todavía hay otra. Она думала, что это вы, ее публика, но все еще впереди. Para esto yo quisiera. Para esto yo quisiera que iluminaran la sala, por favor. Поэтому она бы хотела, чтобы включили свет в зале. Sí. Yo quisiera. Me han dicho que la gran sorpresa era la visita de mi nieta. Ей сказали, что большой сюрприз – это приезд ее внучки. И también tiene 6 años. Y 6 лет. Y tiene un amigo aquí en tierra. И у меня появился здесь украинский друг. Николай. Она еще раз попросит включить свет. Ahora. Сейчас. Свет в зале, пожалуйста. Por favor. El que lo hace, que lo haga ya. Свет включите. Sí, sobre todo la она sala. Хочет вас всех увидеть, поэтому просит включить свет. Quieren iluminar la sala, por favor. Она мечтала,
que mi nieta, что моя внучка, conociera esta sala tan inmensa, также узнала этот большой зал, y verles a todos ustedes, porque este es su debut en un escenario, чтобы видела тоже всех вас, me ha traído unas flores, она подарила ей цветы, y quiero que les salude a ustedes como lo haría en su clase de ballet. Saluda. И хочет, чтобы она вас приветствовала как на своих уроках балета. Muchas gracias de todo mi corazón a todos ustedes y gracias por haber venido esta noche, que de verdad se lo agradezco. Это правда, это очень большое спасибо.